Давай, бутай! Команды Ягуар. Успокойтесь! Алмаз, подними! Да,
поле Лига Б открывает счет матча игрок команды Международный аэропорт Астана под номером 8 Нурмагомедов. На четвертом поле Лига С гол забивает игрок команды КДР Навигация 2 под номером 10 Золотницын. Счет 3-2-0 в пользу команды КДР Навигация 2. Сзади по Сереге, по ответственности. Главой, Дани! Сзади! Отлично, мать! Ниже.
Перекрыли, перекрыли, вынесет, вынесет. Район, район, бля, на одну. Смотри, втроем, в одну вис. Все, центр уже, где Аслан, твой, твой, Аслан, не спой! Четверка АЗР навигация 2. Счет встречи. 3-2 в пользу команды четверг. А гол забивает игрок команды Ягуар под номером 4 в Айдар. Предупреждение получает игрок команды Номад 2 под номером 80 Бен Молден. Счет встречи 5-0 в пользу команды Ягуар. Забивает игрок команды Международный аэропорт Астана под номером 8 Нурмагомедов. Счет 3-4-1 в пользу команды Международный аэропорт Астана. Давай,
игрок команды Ямар под Чуба сам бы чуть-чуть как-то Две недели. Три недели.
Дали просто так. Да перестань тебе просто. Ну, вчера играл, короче. И, блядь, на кризис-то выполнил. И мне дали билет просто так. Нет, там дают сокровища и хуйню какую-то. Редкость какую-то. Появил просто. А потом мне просто так дали, короче. Билет, я не знаю, ну, не рисуешь, он просто пустой. Просто вообще. Если, вахуй. Не две эти хуйни есть. Какие-то хуйни, блядь, не знаю, что они дают. Слева! А что, флеш нету? А? Флеш нету? Не знаю, есть, я хочу просто стрельбу посмотреть. Ага. Сам матч хочу посмотреть. Ага. Ну так, смотри вот так. Да, у меня вот так. Я имею в виду, чтобы ты сейчас не знаю, видишь, я сюда. Говори, что надо посмотреть матч. А Вер, кто поменяется? А, наш посмотри. Какая разница? Тебе не интересно, что там с тобой что здесь? Да мне без разницы. Вообще не уверен, если будешь вообще все снимать там все. Ну тогда стол мой, слышишь? Ты скотчем замутила? Все, накрыл! На камеру, блядь. Вторую поле лига А. Дубля поменяет игрок команды Роман Сарко. Номер 12. Уверен его, блядь. До встречи 6-3 в поле команды Ягуар. Смотри на!
зайди. Игроков разобрали, игроков, игроков сразу, Алмати, в поле смотрит. Вот так, вот так, да, вот так. Хороший, да. Створ, один тут последний забил. Второе поле лига А. Дубля команды игрок команды Намар 2. Подходит 21. Пока нет. Счет встречи 6-4. Пользу команды Ягуар. Играет.
На четвертом поле Лига С. Фокер оформляет игрок команды «Четверг» под номером 13. Киринжанов. Фоксичи 6-5 в пользу команды «Четверг». Предупреждение получают игроки команды «Ягуар» под номером 16, «Дельмана» под номером 15, «Алба Хиро». На четвертом поле закончился матч в лице между командами «Четверг», «Каза» и «Ренавигация 2». Проще.
6-0-6-6. Как так? А, кстати, мне вчера, блядь, почти рожену улыбать. Короче, когда курица распят, там рожену нет, как сумка стоит. Ебать, я вчера опа улыбка, какой, блядь. Пиздец, я думал, я будет ебану на руки. Шанс, ебать, 90%. Вара! Вара, не пиши, кори! Что за хуй? Зато сет на шейкер выпал. Не, охуенно сет, пиздец, прям. Был жесть. Второй поле Лига А сравнивает счет матча игрок команды «Намаз-2» под номером 12 Ибрая Баслан. Счет встречи 6-6.